Новость последнего часа. Владимир Путин своим указом снял экономические ограничения в отношении Турции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля. Так, отныне российские работодатели снова могут принимать на работу турецких граждан. Снимается и запрет для турецких организаций на выполнение ими некоторых видов услуг в России. Кроме того, будет возобновлен ввоз в Россию отдельных турецких товаров. И еще один пункт указа. Президент постановил частично возобновить действие соглашения о безвизовых поездках граждан России и Турции. Речь идет об экипажах воздушных судов и о тех, кто по служебным паспортам едет в краткосрочные командировки.